Че так медленно? Ну почему так медленно? Куда смотрит глава района? Че так медленно? Ну че медленно так, Анюш? Средств нет. Средств нет? Финансов. А потому-то мы решили посредством. А с ним что? Ну с ним по корпусу сейчас вот дополнительность, оборотка, и будем, чтобы здесь хоть плечо подставить. А здесь поставим тоже подрядчиков других. И с обороткой наших дорожников, чтобы они занимались планировкой. Здесь будет подспорье для них. Ну давайте, вы если средств нету, тогда расписывайте, какая у них способность. Если нет, зачем они будут место занимать на объекте? Расписывайте, ведь должно быть так. У нас времени нет, вы понимаете, вот сейчас мы аэропорт смобилизовали, там такие объемища. Всех смобилизовали вот так, как муравейник все работает. Как муравейник. Водовод новый прокладываем 11 километров. Ну там другие объемы мощные. Очистные, это да. Самое, понимаешь, все люди работают. В таких же условиях. Здесь одного субподрядчика, другого субподрядчика. И опять никак. Где старший?